Книга «Открытым оком», том 3, тема «Промысл Божий», вопрос 973. Римлянам, 8 глава, с 29 по 30 стихи. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Как это понять? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы привыкли ходить дома по ровным полам, но вообразите, что в самой комнате нам нужно передвигаться через несколько шагов вверх по лестнице на 2-3 ступеньки, и мы начинаем спотыкаться. У меня складывается подобная аналогия при чтении таких мест. 2 Петра, 1 глава с 5 по 9 стихи. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Если у вас есть уже опыт в чтении Священного Писания, вы оба вышеуказанных места можете свободно разъяснить, если они будут поданы вам по частям. Здесь же, как в лестнице Иоанна Листвичника, добродетели выстроены в ряд, в ступеньки, и вы растерялись. Слово «предузнал» в кавычках «знал заранее» – Псалом 138:16. Цитата. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Римлянам, 9 глава, 13 стих, цитата. «Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Предопределить, то есть заранее начертать путь. Книга Даниила, 11 глава, 36 стих. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то и исполнится». К этим людям Бог посылает благовестников, и они откликаются на призыв, призвал в кавычках. Принявший призыв Божий омывается кровью Христа и оправдывается не делами, а голгофской жертвой Спасителя. Римлянам 3:24. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, и эти души будут прославлены в Царстве Небесном». Псалом 90, 15 стих. «Возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его».